Всем привет! Вы на канале Twin Geek Time. Мы сегодня продолжаем проходить Blacktail, и, возможно, это будет последняя серия, но я не знаю. Если она будет слишком долгая, я ее разделю на две. Вот. А если нет, то, следовательно, это конец. The end. Так. Сразу мы... Давайте быстренько просто пойдем. Быстренько. Сделаем все, что нужно сделать. Ёпть. Как же она меня раздражает, как она летит, да? Ты дурак? Так. О, это далеко не последнее, будь уверен. Спасибо. Нет. Я не рада этому. Окей. А можно тут где-то мне добыть ресурсы? Все, хорош. Что за ресурсы? Что это вообще такое? А, это ХП. Это, короче... Это жизни? Я хз, что это? Ладно. Куда пошел? Воно тобі не треба. Давай, возвращайся. Угу. Ну то и все. Ну хз, наверное, это здоровье. Блин, да нет, мне громко упало, что это такое. Мне громко. А... Да, так, а вот так вроде. Это были хорошо, были нормально. Окей. Я вижу вот эту вот штуку, и меня она раздражает. Там, короче, поняли, там этот... О, нет. Есть, нормально. Пошел вон. Или тёпа. Ой, нормально попало, капец. Вот я умею. Проблема в том, что у меня ресурсов так-то нет, чтобы это все делать. Ну ладно, расскажу. Кто? Ты дурак, а почему ты очнулся? Все, он разрушен, ты не должен просыпаться больше, мне кажется. Так, а можно мне ресурсы? Мне дали что? Улучшение какое-то мне дали. Окей. Окей, улучшение. Бежим, бежим, бежим. Быстренько бежим. Сохранение. Хорошо, давай происходит сохранение. Мы бежим дальше. Я, честно, не предполагаю даже, что будет за конец. Потому что... Не знаю, я не предполагаю. Что такое? Отойди отсюда, вы больше никогда не лезь. Никогда в жизни своей не лезь больше. Туда. Это моя метла, отстань. Так, окей. Я не знаю, что мне с ними делать. Я не вижу здесь того, что нужно... Что ты делаешь? Короче, какой-то мини-босс, окей. Нет, на полете. Где ты? Четыре. Противоядие, окей. Я не знаю, типа... Я не выкупаю его прикол. Что такое? Я же противоядие выпила, нет? Так. Что происходит? Что происходит?
Я не понимаю. Реально. Что такое? Ты кто? Что происходит? О, боже. Да почему? У меня нет ничего из ресурсов. Типа, и что? У меня нет ресурсов, собственно, да. Ага, отпали. Я не знаю, это какой-то бред. Ну, типа, что происходит вообще? Что? Что ты от меня хочешь? Я, может, что-то, блин, не выкупаю в этом. Что такое? Не знаю, я, может быть, вырежу, потому что опять вот эта вот родня, с которой я должна сейчас... Я не понимаю. Нет. Я хз, честно. Блин, просто, блин, дай мне пройти, и все. Я не думаю, что ты меня задрачиваешь. Я хочу долбанный конец. Серьезно, я просто хочу долбанный конец. Зачем ты меня задрачиваешь? Непонятно, чем, почему тебе это, зачем надо. Я не понимаю. Я не понимаю. Отвали. Что ты от меня вообще сразу хочешь? Как вообще меня это должно волновать? Типа, в чем прикол? А, мне ее нужно сначала... Конечно. Ай, не затрачивай, ладно. Я просто, я не выкупаю, серьезно. Что ты от меня... Вообще хз. Какой-то бред. Отвали просто от меня, серьезно. Я не понимаю, как. Блин, что? Серьезно? Ну это же... Ладно, окей, хорошо, хоть и силиться могу. Наверное.
Я, короче, просто ресурсы, да? Все вот. Любые абсолютно. То, что мне нужно, типа. Окей. Так, куда мне? Ага, сюда. И чё? Нет, нормально. Так. Допустим. Что это такое? Это... Принцесса. Зору, значит, она... Ты решила, что готова прийти сюда, но готова ли? Цена может остаться слишком высока. А тебе-то какое дело? Я могу погибнуть, и ты нисколечко не расстроишься. Когда-то так и было, но кое-что изменилось. Я уже не хочу разрушить все вокруг. И я буду спасать, что смогу. Ты про меня? О, спасибо за милосердие. Ты не понимаешь, что я была милостива к тебе? Я могла давным-давно от тебя избавиться, я могла тебя выбросить. Меня? Да, выбросить маску. Вот какая-то всего лишь маска, чтобы скрывать мои грехи. Но мне уже наплевать, что обо мне подумают, что со мной сделают. Жила-была одна девочка без лица, но, как знаешь что, настоящей мне больше не нужно прятаться за маской. Я все не так поняла, принцесса. Да, и перестань меня так называть. Ты мне не нужна, понимаешь? Не нужна. Просто... Вот это у нее взорвался пукан. Прям как у меня при этой, блин, маме справа. Только я не поняла, почему она так. Ну, типа, ну, ладно. Ну, бывает. Тот, да. Что происходит? Почему? Что с тобой? Я не понимаю, что с ней. Я не понимаю, что это за голос. Я не понимаю, где ее сестра. Я ничего не понимаю. Я не могу ничего предположить даже, серьезно. Ну, у меня чисто нет предположений. Все. Да, так вот. Ну, типа, я хз, у меня их просто чуть нет. Ого ты. Чел. Ой, чел, отойди, я не хотела, чтобы ты меня подошел вообще. Конечно же, да, давайте, вставайте, я жду. Нормально. Хорошо, умею. Дайте мне хп, пожалуйста. Сейчас же. Вот, вот так хорошо. Что такое? Почему ты лагаешь? Так. Окей, идем. Ой, опять будет какая-то драка. Или что? Да почему? Куда ты пошел? Куда? Что ты делаешь? Да, он в порядке. Да, да, все хорошо, правильно. Оп, все. Ты падай, не беси меня больше. Хорош. Вот это было нормально. Окей. Алло. Есть кто живой? Ну надо же. Она и правда зачиталась. Приятно говорить в тишине. У нее что, какая-то, я не знаю, что с ней? Что происходит?
что такое? Кто в меня стреляет? Кто в меня стреляет? Почему? Да нормально же все. Хорошо уже стреляла. Пожалуйста, не надо. Окей, пойдем. Ага. Ну да, конечно. Да блядь. Так нормально же? Реально. Окей. Идем понемножку, значит. Сейчас я его убью, он тоже упадет. Ой. Ты что, дурак? Все нормально. Чего они перемещаются? Я на такое не подписывалась, я на это вообще не согласна никоим образом. По какой причине вы перемещаетесь? Перестань лагать сейчас же. И мне это все не нравится. Чуть-чуть ниже, что ли? Нормально. Окей. Идем, идем, идем. Ты уже давно не слышно. Непривычное ощущение. Ты не так поняла, принцесса, прав. Что ты пыталась мне сказать, а? Ой, сейчас опять будет босс. Вопрос. Окей, я все, я давай, я готова. Что происходит? Запись идет? Окей, только вот заберу вот это. Все нормально. Опять сейчас будет бой. Господи, почему, зачем? Я понимаю, что это типа конечный этап, там все дела, но я... Ну зачем? Не понимаю. Все, стой здесь. Кто там? Бой будет тяжелее или такой же? Угу, тяжелее. Чел он. Уже не один. Пошел вон. Серьезно. Пошел вон. Серьезно. Оба. Да отвались. Ой, нет, вот это вот, только не ты. Только не ты, знаешь. Ой, фух, неужели с первого раза реально? Окей. С первого раза, прикинь. Не пришлось даже меня доставать никому. Все, пойдем. Сюда мне. Эй, ты меня слышишь? Слушай, ну не вечно же нам из-за этого дуться. Ну, в натуре. Конечно, нет, принцесса. Я тебе сказала, пошевеливайся. Молчание. Ну, короче, я хз. Она сама ей сказала, типа, заткнись. А теперь уже не заткнись. Это очень, конечно, интересно получается. Хорошо и неплохо, но... Но я... Яга. Зора? Я иду. Опа, сейчас все будет. Сейчас произойдет конец. Мне, наверное, нужно на секундочку поставить паузу, на одну секундочку ровно, не больше, не меньше. Так, я вроде как вернулась. Окей, продолжим. Я же говорила, всего лишь секундочка. Окей.
Жили были две сестры близняшки. Зора — это ее голос, да? Зора, что? Ты... Я так и знала, что это ее голос, это... О, нет, я так и знала. Да, да, я тоже хотела. Я тебя подвела, я... Мы не справились. Да, наверное. По-любому она это помнит. Не вини себя, сестра. Я сейчас была решена, что это было древо. Помогите, Зоре. В смысле? Ты чё? Здрасте, приехали. А что я должен сделать, как тебе помочь-то? Дорогая. Ой-ой. Ну как, неужели? Нет, просто не повезло. Несчастный случай. Это жизнь. Не совсем понимаю. Но тогда почему ты все еще здесь? Мама не имела отношения к моей гибели, но моя душа на ней отпустит. Она будет вечно меня мучить. Мучает душу нашей матери. Душу. Останови ее, пока я не поглотила тебя. Я не понимаю. Или что? Ой-ой. Ты еще можешь нас спасти. Спасибо. Не выкупаю. О, это место. Сердце. Только там. В смысле? Тебе слова не давали. Добеси. Я... Отпусти ее, слышишь? Let her go! You hear me? Okay. Так. Вот сейчас самое время тебе подать голос. Иди ко мне. Крови. Кости, кости. Что? Что происходит? Что происходит? Fuck! Зараза. Я сказала, не зараза, не грех. Надо держать в сердце.